Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Honor 70 Lite. И сейчас я вам покажу, как войти в режим разработчика на этом телефоне. Итак, открываем настройки, опускаемся в самый низ и переходим в раздел о телефоне. Далее нажимаем несколько раз в номер сборки. Здесь у нас высвечивается «Вы стали разработчиком». Далее заходим в раздел «Система», и здесь у нас есть «Для разработчиков». Открываем, и вы можете в этом разделе проверить все настройки, которые вас интересуют. Для того, чтобы выйти из режима разработчика, переключаем этот тумблер, и таким образом мы вышли из режима разработчика. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и пока!